идеальные домашние конфеты для тех, кто следит за фигурой, тех, кто на ПП, и для детей. Полезные и очень вкусные, и быстро готовятся. Сухофрукты залить кипятком. Если орехи не очень чистые, сделать с ними то же самое и отставить на 15 минут. Бананы нарезать на средние куски, после чего пюрировать. Если у вас нет блендера, это можно сделать вилкой. Пробить блендером до образования однородной массы, в которой видны небольшие кусочки сухофруктов и орехов. Перед тем, как начать формовать конфеты, смочите руки в воде, чтобы масса не прилипала к рукам. По ссылке в описании вы найдете подробный рецепт и список ингредиентов, а также три подарка – сезонное меню на неделю, приглашение на бесплатный вебинар и 101 карточку с рецептами для планирования меню. Загляните в описание, подарки вас ждут!